Самое срочное, друзья мои, включение, прямой эфир. Посмотрите, это 170 тысяч рублей. 170 тысяч рублей, которые Грифер украл у своего деда и задонатил на мой сайт Сержу Крам. Посмотрите, вот мой сайт. Вот, он купил владельца. Посмотрите, сколько получается владельцев. Это почти 30 владельцев сервера. Посмотрите, если мы с вами нажмем вот сюда, вот, 6 тысяч рублей. Вот у меня идут привилегии. Сейчас привилегии без скидки. На момент, пока я снимаю, да? И он взял и закупил, получается, почти 30 владельцев сервера на сумму 170 тысяч. Рублей. Я снял эти деньги сразу же, снял и поеду. Вы сами все видите, что будет дальше. Короче, ставьте лайк, под ваши лайки, обязательно под ваши лайки, я поеду. Да что греха таить, возвращать эти деньги дедушке. Еду прямо сейчас к деду, прямо вот сейчас собираюсь, вот в таких носках и еду. Ставьте лайки. Я знаю, ты любишь играть в Майнкрафт. Тогда заходи на наш сервер Сержокраб. Да, у нас очень много гриферов на сервере, поэтому нам нужна твоя помощь. Ты можешь получить ровно такие же права, как у меня на сервере Сержокраб, если ты станешь владельцем сервера. Став владельцем сервера, тебе будет доступна эксклюзивная команда Protect, благодаря которой ни один грифер на сервере не сможет сломать тебе док. Кстати, став владельцем, ты сможешь сделать себе такой же префикс, как у меня, и такой же скин. И, конечно же, мы запускаем скидки на владельца сервера, потому что вышел новый ролик, который вы сейчас смотрите. Поэтому не упускай свой шанс. Заходи прямо на наш сайт и выбирай привилегию владелец сервера. Ну, короче, ты знаешь, что делать, да? IP в описании под видео. На месте, друзья, на месте вот эта квартира. Здесь меня, по идее, должны ждать. На первом этаже, кстати, не, уже не высокий этаж, а то подписчики пишут, почему все квартиры на последних этажах. Нет, первый этаж, пожалуйста. Все, давайте, звонка не нашел я здесь. Надеюсь, меня здесь ждут. Но, по идее, то самое. Вроде адрес мне назвали правильно. Добрый день. Я звонил вам по поводу, ютубер я, по поводу пропажи денег. А, это вы? 170 тысяч, вот этот РП. А, проходите, пожалуйста. Все, все правильно, да, я пришел, а то бывает не туда прихожу. Так. Пожалуйста, проходите. Так, я предупреждал с камер, да, для зрителей. Смотрите, я сейчас снимаю. Для зрителей. Это дедушка Евгений Александрович, дедушка Грифера, вот, который имеет отношение к... 170 тысяч пропали, правильно, да? Да, у меня пропали деньги, да. Внук сейчас дома, да? Сразу. Внук дома, да. Проходите, пожалуйста. Сюда, да? Где-то, где внук у нас? Где? А, ух ты, у вас какая. Это внук катается у вас так? Взрослый внук, что ли, у вас так? Да, пытаюсь развлекать. А, то есть тоже. И сам пытаюсь не смотреть. Сейчас я его позову, он в другой комнате. А, да, давайте, давайте. Он знает, что я приду? Нет, он не в курсе. А, вообще, ну это хорошо, да. Дозовите, да, дозовите, где он у нас? Так. Да, такая прикольный аппаратик. Ага, ну, выйди, есть серьезно. Макар, привет. Ты кто такой? Кто я такой? Пожалуйста. А что ты не даешь снимать, Макар, что такой злой? Камеру убил. А что такого, Макар? В чем дело? Не знаю, что он снимает. Евгений Александрович, смотрите, как себя ведет Макар. Никогда. Макар, а что, играешь, смотри. Играешь, во что играешь? Майнкрафт. Взрывает, кстати. Ты взрываешь сейчас что-то там? Ты полмира взорвал. Не, не. Посмотрите, вот он играет в Майнкрафт, где он взорвал полмира. Он целыми днями играет. Я вот, не знаю, вот, вот, вот. С этим делать. А кто, ты меня узнаешь, Макар? А с камерой, смотри. Всем, друзья, привет. С вами Сержа, мы снимаем Антигрифер Шоу. Да, это я. А что ты пришел? А что я пришел? Типа по поводу тебя я пришел, а что? Ты как, ну как, ты в Майнкрафт же играешь, правильно? Ну вот я к тебе и пришел, все сходится, правильно? Ну все сходится. Я же не грифер. Не гриферишь? Нет. Вообще никогда. Нет. Ну то есть ты знаешь, да, почему я прихожу? По поводу гриферов. Да. И ты не гриферишь? Нет. Не, никогда. А в Майнкрафт любишь донатить? Донатить, деньги переводить? Нет. Не, вообще никогда. Нет. Не, никогда. Евгений Александрович, вас спрошу, он у вас когда-нибудь деньги просил на Майнкрафт? Ну, у нас в семье с этими играми проблема большая. Да, деньги постоянно просят. То есть он просит, да, там, дед, дай мне денег на... Да, ну я ему отказываю. А, никогда не даете вообще? Нет, не даю. То есть тебе... Стараюсь не давать. Старайтесь или не даете? Ну, иногда все-таки он... Ну, бывает, да? Бывает, да. Бывает, то есть тебе иногда дают деньги, правильно? Значит, донатишь. А говоришь, не донатишь. Уже не состыковочка у нас, Макар, ты уже обманываешь нас, да? Зрителей, смотри, они смотрят, следят за тобой. Они видят. А чё ты? Они... Как себя ведёшь? Ты посмотри какой. К нам в гости пришел человек. В гости пришел с камерой, я человек. Ну с камерой. Ты удивлен, что с тобой в одном городе живет тот, кто пришел к тебе по поводу Майнкрафта? Ты не ожидал, конечно, ты удивлен.
Майнкрафт не донатишь. Давайте я вам покажу. Потому что у меня есть сомнение, что он донатит. Я неизвестный вам человек, откуда-то знаю, что у вас пропали 170 тысяч. Еще и вам позвонил. Я неизвестный вообще вам человек, откуда это, я знаю. Это, конечно, очень удивительно, да. Да, то есть... Наше время, чтобы мне сообщили о моей пропаже. Ты что злишься, Макар? А что ты злишься? Он, видите, чем ближе я подхожу к истине, тем он больше злится, мне кажется, да? Посмотрите, Макар, вот... Нельзя себя так вести. Много раз зрить. Прошу, держи себя в руках. Пожалуйста, да, потому что я сейчас буду показывать твоему деду вот сайт, это сайт Сержу Крафт. Узнаешь сайт? Вот, посмотрите. Да, я... Это мой сайт. Да. Вот здесь, там есть вот владелец сервера, видите? Вот внизу, пониже, владелец сервера. Да. Купить. Да. Вот он их и купил. Макар, это правда? Ты брал мои деньги? Это огромная сумма, как ты мог так поступить? Это огромная сумма либо для нашей семьи. То есть, понимаете, он как бы навредил, он как бы много это сделал. Он специально это сделал, чтобы сгриферить, чтобы банить игроков, вот вы не понимаете. Банит, кикает, ломает дома. Много купил специально привилегий. Много, не надо было столько покупать, это не обязательно. То есть он так много купил, чтобы больше портить жизнь игрокам, понимаете? Да, я понимаю. То есть... Можно было по скидке за 500 рублей купить, или без скидки за 6 тысяч. Я не понимаю, как такое могло произойти. Я думал, может быть, в силу своего возраста я их переложил куда-то в другое место. Бывает такое. У меня, да. Я моложе, Я еще не теряю надежды найти эти деньги. Ладно, давайте так. Я пришел не просто так, да, снять вас на камеру. Да, Макар? Не просто так. Все-таки я пришел самым основным. Это с деньгами. 170 тысяч рублей. И это я пришел не просто показать вам, посмотрите, у меня есть 170 тысяч рублей, вот, я пошел. Это деньги, которые он закинул в Майнкрафт, вот эту сумму, на мой сервер, чтобы гриферить. Я их снял и принес, чтобы отдать их вам. Это настоящие деньги, вот, это вам, ваши. Вы отдаете их мне? Да, держите. Благодарю вас. Пожалуйста, это те самые деньги, которые ты задонатил, понимаешь? Вот, ты задонатил. Ты представляешь, какая это огромная сумма? Вернулся! А чё ты? Макар, вернись! Не, без проблем. Нужно договорить. Вот он ушел. У вас классный такой байк. Спасибо. Это целый байк он задонатил. Благодарю вас за то, что вы вернули мне эти деньги. Это очень неожиданно. Поверьте мне. В наше время в такое трудно поверить. Поэтому я и стараюсь в наше время иногда, чтобы люди тоже снимали ролики, чтобы люди видели, что есть такие люди, которые могут... Спасибо вам огромное. Вы можете пересчитать, но это, ну, как бы не банк приколов. Я не пришел сюда прикольнуться над вами, и там, это реальные деньги, там, вот можете посмотреть зрителям, вот, ну, никакого банк приколов, настоящая день, та сумма, которую вот... Вот он закинул. Спасибо вам огромное. Деньги я дал, задачу выполнил. Ролик можно выложу, да? То есть вас спрошу. На канал Седжу. Да. Ну, я вам могу, если что, скинуть потом. Посмотрите сами. Вот. Ставьте лайки, ребята, и как бы... Все. Вы меня проводите, наверное, я пошел. Вот, и, кстати, лайк за вот... Байк, да? Как это? Спасибо вам огромное. Да не за что, все. Всего вам хорошего. Друзья мои, я дома, в Майнкрафте. Важную вещь хочу сказать. Посмотрите, я сейчас играю за владельца сервера. Бесплатного владельца сервера, который может достаться вам. Кстати, знаете что? Сейчас покажу, смотрите. Если мы сейчас сюда вот так опустимся, да, посмотрите сюда. Видите, вот здесь есть дерево такое. Дерево, там табличка, а на табличке указан ник. Вот этот вот, и пароль от него, друзья мои. Там указан пароль. А в описании под видео вы найдете, что нужно прописать, чтобы оказаться здесь и поискать эту табличку. Вот вам нужно будет написать EWARP FREE 1. Ну, в описании под видео можете скопировать. Заходите сюда. Кто первый найдет это дерево на этом варпе, кто первый найдет эту табличку, получит вот этого бесплатного владельца. Вот такой розыгрыш. И я подумаю, возможно, сделаю еще два бесплатных владельца. Поэтому IP с вами под видео. Кто первый успеет, кто найдет это дерево с этой таблички, получит аккаунт бесплатно. Все, давайте. IP в описании под видео. Залетайте. Я теперь вот такие буду раздавать аккаунты. Кто успел, тот и съел, как говорится, вы получите халявного владельца сервера. Я надеюсь, вы поставите лайк и поставите мне лайк за то, что я вернул админку. Вот давайте мы с вами телепортируем сюда. Ой, ё, что у нас здесь происходит? Чувак на свине сейчас был, да? А вот эта свинья. Димасик, Димасик красава. Поставите лайк, что я вернул деду админку. Я надеюсь, вы со мной согласны. Все, давайте, вот у чувака скин, как у меня, нифига себе. Быстрее за халявной админкой, IP в описании.